выходим втроем. Никого, кроме нас, на этом поле нету. Наверное, это объясняется тем, что сегодня будний день. Сделаем с него фурфунчик. И смотрите, какая боль. Какая боль. В процессе перехода нашел находочку. Вот такую вот классную. Сейчас вам покажу. Лежал сверху, мне даже копать не пришлось. Хочется подвести итоги сегодняшнего копа. Ребята, всем привет! Это новый выпуск канала «В поисках золота Украина». Выбрались мы с друзьями покопаться на интересное место. Был я тут ночью с Андрюхой, копались, нашел два динарика, фибулы. В общем, место перспективное. Ходим втроем. Никого, кроме нас, на этом поле нету. Наверное, это объясняется тем, что сегодня будний день. Ходим втроем, есть у меня находочка первая, сейчас я вам покажу. По традиции хочется передать привет в группе в Вайбере Cop.ua. Ребята, вам всем привет. Группе Police ZT, группе Хабар Плюс, Тустани також окремий привет. В общем, поле интересное, расскажу в двух словах про поле. Поле интересное, его убрали, перепашки нету, но грунт плотный грунт. И еще, ко всему прочему, прошел дождик. Примочил еще этот плотный грунт. Я думаю, что сигнальчики должны быть хорошие. Смотрим находочку, друзья. Значит, находочка у меня фибула. Это какой-то третий, наверное, у меня полезный сигнал. Две проволочки выкопал, гильзу. А, четвертый. И вот спиночка с фибулы вывалилась. И посмотрите, друзья, сколько здесь керамики. Вот такая вот керамика, вот днище от горшка. Керамика присутствует, входим мы в правильном месте. Поэтому нужно ходить, выхаживать. Будем, в общем, ходить. Я думаю, что какие-то находочки у нас должны быть. Не только фибулы, но должны попадаться также динарики. Друзья, смотрите, не переключайтесь, я пошел искать дальше. Ходим, друзья, мы все там же, и выпала мне еще одна фибулка, вот такая вот находочка. Сейчас с Любомиром связывался по рации, он тоже фибулу нашел. Динариков пока нету, будем искать. Смотрите, друзья, с глубины ада я выкопал вот такую вот, блин, замечательную находочку. Находка просто класс. Какие-то плоскогубцы тракториста. Прикиньте. Вот это поворот! Я в шоке. Блин, ну были бы ровные, забрал бы с собой. Что с ними делать? Сейчас где-то они отправятся в глубокие дали. Сделаем с него фурфунчик. Ладно, ходим, пообедали. Ходим, ищем. Такое вот поле у нас. Ходить приятно. Ладно, идем, друзья, дальше искать. Смотрите. Thank you.
Ходим, друзья, мы бродим все по тому же полю. Нашел я несколько спинок с фибулы. И смотрите, какая боль. Какая боль. Аргентина, Ямайка. Блин, вот это жесть, конечно. Просто печалька. Половинка обломанного или местного динарика. Блин, ну что ж такое. Сверху лежал, я его вот пальцами отковырял. Да, грусть, тоска. Грусть, тоска. Блин, что ж такое. Где ж целые динарики? Ночью были. Сейчас Любомиру по рации скажу. Любомир, прием. У меня половинка или местного динарика. Ну, хоть что-то, поздравляю. Это Любомир там. Так что ж поздравляю, хочется целого найти. Я говорю, больше ищи. А что у тебя, скажи? Три спинки фибулы и все. У Любомира три спинки фибулы и все. Вот там вот он ходит. Я понял, конец связи. Вот там вот он ходит. В общем, будем ходить, друзья. Надо выхаживать. Есть тут еще динарики на этом поле. Есть, надо только их найти. Что-то мы зацепиться не можем. Ночью я приехал, быстренько зацепился. А тут что-то ходим. И Тёмыч здесь был, кстати. Нашел тоже два динарика, кучу фибул. Ладно. Идем дальше искать, смотрите. Друзья, ходим уже несколько часов. Я уже начал отчаиваться, честно вам скажу. Какие-то фибулы, какие-то обломок динарика или местного. Ничего такого путнего. Решил перейти в другое место. И в процессе перехода нашел находочку. Вот такую вот классную. Сейчас вам покажу. Взгляните-ка, что мне вывалилось. Это просто капец. Двухлопастной скифский наконечник. Классненький такой, вообще шикарный просто. Блин, мне такие попадались, но в намного худшем состоянии. А этот такой вообще красивенький, целенький. С язычком с этим. В общем, красота. Красота, друзья. Шикарная находочка. Блин, даже не ожидал, честно вам скажу, его тут найти. Мы, конечно, копали тут наконечники, но совершенно с другой стороны поля. Отсюда где-то километр от этого места. Но там были трехгранные наконечники. А этот, это ранние скифы. Классная находочка. Беру его с собой. И иду дальше искать. Сейчас попробую тут рядышком походить. Может, еще какие-то наконечники будут. В общем, смотрите, я пошел искать, друзья. Друзья, я думал, что моему отчаянию не будет предела. Хожу часа два, наверное. Вообще тишина. Какие-то обломки, какие-то фибулы. Ничего интересного. И есть у меня динарик, друзья. Сейчас я вам покажу. Лежал сверху. Мне даже копать не пришлось. Я его просто траву вот так вот сгреб ногой. И пинпоинтером отковырял. Сейчас глянем, кто здесь. Кто здесь? Блин, какой-то он такой горевший, что ли. О, кучерявый дядька.
кто такой. Я не знаю, кто это. Тут легендочка такая с копьем стоит. Блин, а кто же там, может, какой-то молодой? Аврелий. Сейчас попробуем прочитать. Блин, ребят, я не знаю реально, кто это такой. Но это динарик. Цепляюсь за место и сейчас буду выхаживать вот такой вот бугорочек здесь. Небольшой. И буду выхаживать. Динарик, динаричек, динаричек. Блондинка творит чудеса. Берем. Сейчас Любомиру по рации сообщу. Любомир, я не знаю, кто это такой. Какой-то кучерявый дядька. Они вот там вот все ходят вдалеке. Тетек нету, есть кучерявый дядька. Я не знаю, кто это. То ли молодой Марк Аврелий, то ли, может, какой-то Луций Вер. Не знаю. Точно утверждать не берусь. Связь плохая, капец. Ладно, друзья. Динарик выходил, и хорошо. Идем дальше искать, смотрите. Хожу, друзья, все там же, уже темнеет. Сейчас посмотрим, сколько у нас там. 17.58. 4000 шагов я находил. Что-то не считает мне браслет шаги. Медленно хожу. Есть монетка, друзья. 2 копейки СССР выпало. Замурзанные такие. Просто капец. Находка. Выхаживаю я. Вот этот вот бугорочек. Динарик я нашел. Вот там вот. Сейчас вам покажу. Я туда наложил. О, кучку. Это пацаны там вдалеке ходят. Сейчас что-то я вот от той кучки сюда вот прошелся. Вперед, вверх, вниз, вверх, вниз. Вот так вот ходил. Вверх, вниз, вверх, вниз. И что-то ничего. Вот 2 копейки нашел. Сейчас, наверное, вернусь все-таки туда-обратно и похожу с той стороны, на ту сторону пойду. Ну, отсюда в ту сторону, в общем. Ладно, друзья, смотрите, будут какие-то находки, вы все увидите. Иду, друзья, к машине. Будем мы уже на сегодня заканчивать наш сегодняшний поиск. Находились, накопались. Динариков, я так понял, ни у кого нету. У меня единственный. Мы, конечно, тут выходили такие просторы. Я вот не понимаю, металлопластика есть, динариков нету. Я один нашел. Ну и ночью я нашел 2. Тёмыч тут нашел тоже 2. 5 динариков на все поле как-то мало. Очень мало. Ну, я надеюсь, что это поле перепашут. И мы сюда еще обязательно заедем. Потому что тут вокруг места интересные. И есть где копаться. Нет, а перепашут какое-то рядышком. В общем, будет перепашка. Хочется подвести итоги сегодняшнего копа. Значит, поселение здесь было, я думаю, что тоже озерного типа. Почему? Потому что есть такие озерца на поле, уже высохшие. Одна впадина осталась от них. Ну и вокруг этих озер с двух сторон есть керамика. И ближе к ручью есть керамика. И дальше от ручья. То есть керамика попадается от ручья где-то, ну, метров 300-400 к озерам попадается керамика. Раскиданное очень сильно поселение. То есть непонятно четко, где стояли хаты. Нужно ходить по всему полю. Но мы его все равно все не выходили. Я думаю, что сюда еще стоит обязательно вернуться и походить. Но походили мы сегодня, конечно, славно. В общем, сейчас дойду до машины, покажу вам свои находочки.
Итак, друзья, находки сегодняшние. Целую кучу накопал металлопластики. 2 копейки. Вот это вот, кстати, амулетик. Я не помню, как он называется. Он такой был круглый, с такими шипованный какой-то, шиповидный, не помню точно. Амулет. В общем, он был круглый, и это часть от этого амулета. Вот наконечник вообще шикарный, я вам скажу. Вот эта находка. Находка дня, даже лучше, наверное, чем динарик. Классный наконечник. У меня товарищ коллекционирует. Надо будет ему предложить, мне как бы не надо. Предложу, может, ему в коллекцию будет самое то. Грусть, печаль, половинка динарика лемесного, ну и, собственно, динарик. Один-единственный на всех. Ходило нас тут 6 человек. Так что, вот такие вот дела, ребят, вот такие вот находки. Что еще хочется сказать, друзья? Всем, кому понравилось видео, ставьте жирные лайки, пишите комментарии, нажимайте на подписочку, кто не подписан. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые серии. Будут у нас еще экспедиции, еще увидимся. Всем удачи, друзья. Всем пока.